Сегодня 21 мая 22 года. Шестые сутки после потравы. И до сих пор пчелка лежит. Вон прилетала вчера, какая еще выжила с обножкой. И все. И даже разгрузиться не успела. И слава Богу. Вот такие вот дела. Походу химикат был первого класса опасности. По цвету. Ужас. И до сих пор с улика вытягивают за ночь. Вон лежат, лапками шевелят, доходят. Еще даже с улика ни разу не вылетала, а уже умерла. Вот такие вот дела. Доброе утро, 23 мая. Восьмые сутки после потравы. Ужасть. Ужасть. Кто-то еще пытается за водичкой полететь. Вот, расплод уже в ход пошел. Начали выгрызать. Ой, молоденькая, молоденькая. И вон до сих пор кувыркается. Выгрызают, выгрызают. Трутни выгрызают. Вот расплодик выгрызают. Некому обслуживать, девоньки. Некому. Итак, почти у всех. Где-то больше, где-то меньше. А здесь вообще уже некому сыпаться. Молоденькая, молоденькая. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, сейчас потеплеет, кто еще способен двигаться. Будут пытаться выживать, чистить. Насколько у них силёнок хватит и сколько они успели к себе нанести туда этой гадости. Только Господу Богу известно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Доброе утро. 24 мая. Девятые сутки после потравы. Пчелка сыпется до сих пор. Это ж сколько нужно было принести яда, чтобы они вот так вот доходили. Это ж что ж за такое вещество фантастическое, что 9 дней не проходит детоксикация его. Интересно, а лаборатория найдет его? Или опять скажет, он за 2 часа разложился?
Вот такая веселая у нас картина. От ежиков и след простыл. Первый день-два еще бегали по ночам, собирали дохленьких. Теперь исчезли. Скоро из травы вонять начнут. Вот такая у нас радость. Где-то больше, где-то меньше. Ну, молодая пчелка выходит, и вон она лежит на прилетке. Что там внутри, пока не знаем. Ждем комиссию. Ай-яй-яй-яй-яй. А кто же дальше будет опылением заниматься? Или сады закончили, и больше пчелы не нужны? Десять часов утра. Вот что происходит с молодой пчелкой, которая должна работать на акации и хоть как-то оправдать затраты на все свои хлопоты, хоть что-то дать на хлебушек. А она вся выползает и ползает по земле. Вся. По всей пасеке. Вот она расползается потихонечку, расползается. И что мы будем делать, я не знаю. Вот они, красавицы, молоденькие. Они еще жизни не видели, а уже гадости нажрались. А всего лишь навсего. Химикат слабее, и можно было бы жить по-человечески. А теперь они будут кушать, а мы будем лапу сосать. Доброе утро. Сегодня 25 мая 22 года. 7 часов утра. Наблюдаем картину. Десятые сутки после потравы. Пчела также сыпется, молоденькая. И не знаем, что там осталось живое. Только можно представить. Это же сколько яда. И это все рядом с деревней. Все, от ежиков след простыл. Вот просыпаются пчелки, погодка неплохая. День-два переключатся на акацию, а они вон лежат все. Здесь уже некому сыпаться. Здесь по чуть-чуть.
Оборотная. 10 дней. Вот и на стенках висят, доходят за ночь. Гудят бедолажки. Гудят девки злые. Ай-яй-яй-яй-яй. 10-е сутки. Это вообще неизвестно, что за химикат такой. Который 10 дней пчела принесла, кушает и дохнет. Лучше б уж она в поле осталась, сдохла при таком раскладе.